Доброе утро всем. Вчера обещали, приходила даже это на телефон. Типа на 8 градусов будет прохладнее. Что-то жара такая же стоит. А я джинсы одела впервые за все лето. Я летом вообще не ношу ни брюки, ни джинсы, ничего. Но не такие полулетние, блин, штаны. Но все равно у них как-то жарковато. Пойдемте на море посмотрим. Ой. Ой, какой хороший ветерок обдувает. Море шикарное. Ох, лепота. Просто классно. Чарли нашел. Как говорится, делать дела с красивыми видами. Сегодня новолуние, что ли. Люди под машины кидаются, идут по дороге, как будто это так и надо. В общем, вообще какие-то непонятные люди, причем пожилые, знаете. Идут, еще так на меня смотрят, типа, ты еще тут едешь, не видишь, я иду. Ой, жизнью рискуют. Дураки какие-то. Что мы пришли? Пойду сейчас разогревать и буду кушать. Начали. Ты рад? Это мой сегодняшний рацион, скажем так. Я сегодня буду есть, как всегда, суп. Кстати, суп закончился, надо еще варить. Оставался вчерашний у меня нут. Вот, я сюда добавила еще много шпината. Это маленькая сковородка, так что... Добавила 2 яйца, и вот так у меня будет такая яичница. И потом я выпью, не буду сегодня манго есть, выпью кофе и вот такой батончик. Здесь всего, ну вот он этот, специальный, скажем так, я покупала. Так что вот это моя сегодняшняя еда. Ну и на ужин, может быть, арбуз съем. Там есть, кстати, да, есть арбуз. Так вот. Худеем дальше, друзья. Главное, что результат на весах. А остальное все ерунда. Еда это не главное. Оксана, еда это не главное. Нет. На этой неделе. Потом. А потом будет все по-другому. Ну, может быть, еще неделя. В общем, как до 80 не скину. Потому что знаете что? Когда скидываешь вес. Вот как она у меня перевернулась-то. Когда скидываешь вес вот так вот на диетах, потом 2 килограмма, 2-3 килограмма все равно к вам вернутся. Когда нужно аккуратно выходить из диеты, вот, потому что иначе могут все килограммы идти не только что вернуться, эти килограммы, но и с собой еще прихватить пару-тройку. Поэтому, по крайней мере, у меня так. Потом надо все равно, вот, как говорится, это, наберете 2-3 килограмма, наберете. Никуда не денешься от них, от этих килограммов. Ладно, я пошла кушать. Всем приятного аппетита. Боже, какая вкусная, наверное, сегодня будет. Главное, что тарелочка небольшая. А кажется много. Вот это вам кажется много. Вам же кажется много, но это только кажется. И яблочко сейчас помою. У меня Чурчи все лето не пел. И сейчас он, по-моему, пытается вспомнить, как это. Потому что он не только пипикает, как обычно, а вот так вот. Ну, вот как раньше он пел. Помните, кто давно меня смотрит, знает, что мой Чуча очень пел, вообще не затыкаясь. И вот смотрите, по нему видно, что он такой стал толстенький, весь оперился. Помните, он даже без хвоста был. И вот он сейчас сидим, там телек смотрю и слышу, думаю, что это? Неужели Чуча мой так? И вот мне кажется, не сегодня-завтра он запоет. У меня вообще красавчик, смотрите, у него головка такая серенькая. Классненький. Давай, пой, не стыдись. Помню, раньше вообще он не заткнешь его. Да. Как всегда, после рабочего дня, по выходным, мы приехали. Чего ты, радость моя? Пойдем. Мы приехали на пляж погулять. Что-то такая музыка там звучит, как будто праздник какой-то.
Сейчас клиентки ко мне приходили, ну, мама с дочкой. Вот, она уже давно ходит, уходит. Мама, бабушка уже такая классная, она вообще такой человек. Вот, прям вот, знаете. И она болеет. Так, это у нас уже протест, походу. Маму! Вот что протестует, скажите, пожалуйста. Сел вот так и сидит. Это протест у него такой. Видите? Винга, маму! И не идет. Вот, а болеет она чем? Непонятно чем. Она очень мало ест. Ничего, придет. Сейчас придет. Знаете, как я вот так бегу? Как будто я убегаю от него, он бежит за мной. А, летит, летит. Или он меня так заставляет бегать. Я не пойму, что это за фигня. Что ты протестовал или что ты делал-то? Скажи, мам, бегай, бегай, тебе бегать надо. Тебе бегать, скажи, мам, надо. Не любит, когда вот еще это звучит звонок. Ой, звонок, когда вот это вот слышите, он не любит такое звучит. Мама. И, в общем, она болеет. Блин, что не звонят? И сил у нее нету, мало ест. Все дела. И я говорю, давай я тебе, говорю, домой отвезу. Мне все равно там почти мимо ехать. Ну, не мимо, круг небольшой надо дать. В общем, я их домой отвезла. Там недалеко. Я говорю, видите, какой у нас тут сервис-то? С доставкой на дом, можно сказать. Но они меня поблагодарили. Все дела. В общем, вот так вот. Иду на пляж. Че, бибикают? Вы знаете, я иногда думаю, что мне надо такую бибикалку. Звонок купить домой, когда он гавкает, когда не надо, пугать его этим. Как вы думаете? Мне кажется, хорошая идея. Дела наделал. Вот. И прям вот звонок этот, подумываю, надо где его купить, в китайском или где. А сейчас я еще поеду, сейчас что-то думала, думаю, куда поехать? Какой-нибудь магазин? Ну, Алькампо, Меркадона, все надоело. Я тут вспомнила новый, который у нас открылся, Алди. Мне нужен этот ополаскиватель для белья. Потому что в ту машинку влазит мало белья. И, в общем, там уже, оказывается, у меня на две стирки набралось. И что? Вот я хочу попробовать оттуда ополаскиватель, не знаю, что там. Ну и еще хочу говядину купить себе. Ну, завтра у меня уже есть по плану, что я буду готовить. Говядину, еще какую-нибудь, может быть, вкусняшку. Ай, муж только сегодня допер, что я на диете. Вот, а я говорю, ты что, не заметил, что дыня на всю это, еду почти не готовлю, дыня вся на месте, арбуз на месте. Он говорит, что ты их не ешь, это же фрукты. Я говорю, нет, вот один раз там могу себе позволить. Он такой, и что теперь у нас не будет, ты дыню теперь не будешь покупать? У нас теперь не будет фруктов. Я говорю, будут. Почему не будут? Будут. Ой, блин, такой, у нас теперь дынь не будет дома. Вот а что, ему главное, что дынь не будет дома, а там... Народу на пляже мало, но есть. Знаете, ветер такой холодный с моря дует, прям вот холодный. Вот. Люди вот там вот даже купаются, вода ледяная. Я вчера попробовала. Вода прям холодная-холодная. Буйки уже убрали. В общем, сезон закончился, но... Я вот, обычно люди купаются до 15 октября, но есть, которые весь год купаются, но вот обычно до 15 октября как бы вот так вот, такая вот погода стоит, даже может быть, да, потеплее. Сегодня у нас похолодало где-то, ну похолодало прям, ветер такой морозный. Пастухи сейчас не те уже. Сидит пастух, значит, с телефоном мобильным лазит в Ютубе и что-то там смотрит. А козы тут сами по себе пасутся. С птичками почему-то. Что там птички на них высматривают? Чарли, кене? Смотри. Кене? Ай, задрали. Ой, очи. Далеко, далеко, далеко пасутся ко.
Все, хвост поднял, очухалась только сейчас. А то с хвостом и поджатым все пытался на руки ко мне залезть. Чего-то он испугался, непонятно что. Смотрите, какая у нас красота. Там вот наверху я работаю. Эй, вы там наверху, не топочите, как слоны. Высматриваю тут себе ужин. Клубничку, что ли, взять. Вроде неплохая. 1,99 рубль вот стоит вот это вот, 400 грамм. Что-то морковку не найду. Вернее, найду, она тут есть какая-то, ну, что-то супер-пупер дорогая. И мне такая не нравится совершенно. Апио. Сельдерей вот 99 копеек. А морковки обычной нету, что-то. Грибы. Ой, я шампиньоны хотела. Что-то я вообще ничего не вижу здесь. Вот что значит, знаете, не мой магазин, как бы я к нему не... А, вот они, шампиньоны. Не привыкла, потому что не знаю, что находится. Что-то дорогие они, наверное, да, шампиньоны или что? Не пойму. Что-то мне кажется, они дорогие. Ну ладно. Возьмем такие. Пойду в мясо, в говядину. Вот эта вот девочка бегает по всему магазину. Вот так вот все кидает, трогает все. И папа за ней бегает с тележкой по всему магазину. Видите, опять она мне... О, кстати, вот видите, вот опять она бежит. И папа вот так с ней, за ней коляска бежит тоже. Кстати, вот в прошлый раз вкусная была вот эта дыня. Надо сейчас взять такую дыньку. Оказывается, тут еще есть овощи, фрукты, мясо, продукты. Я их и не заметила. Так, морковка, наверное, на той стороне, потому что вижу картошку на той стороне. Ну-ка, ну-ка. Лук. Нет, не вижу. Не вижу тут морковку. Морковка дефицит. Никогда не обращала внимания, я, вернее, точнее, никогда не видела абрикосы, вот чтобы у нас вот так вот консервированно продавались. А вот, смотрите, 1,99 рубль такая банка стоит. А вы говорите, зачем ее вот все это заворачивать, заделывать, и состав неплохой. Видите, только вот я не пойму, с косточками они, не без косточек. Интеро, дисхвасата пилата. А, без косточек и чищенные. В общем, должно быть вкусно. Но не по нашу честь, поэтому хлеб какой-то, смотрите, мука для хлеба. Очень интересно, немецкий хлеб. Там уже кое-что набрала. Кефир взяла, творог взяла и сырки плавленые. Все так вкусно. Это, наверное, тоже вкусно. Все вкусно. Идем дальше, не обращая внимания на всю эту вкусноту. Смотрите, с абрикосами печеньки. Ну, это что такое? Чего только нету. Открывай и пей. А вот. Макароны. Куркума. И спирулина. И ремолача. И это, как она называется, красная свекла. Неплохо, неплохо. Неплохо. Идем дальше. Не останавливаемся, не останавливаемся. Сальмон, лосось. Должно быть очень вкусно. Слушайте, правда? Ой, смотрите. Шоколад. Блин. Идем дальше. Ну вот, что купила, тут это я вам показывала. Это делать буду чиа-пудинг из кефира. Там кусочки лимона болтыхаются тоже. Не помню, хороший, нехороший этот творог. Ну, наверное, как везде, он такой, знаете, зернистый. Такой, ну, не как вот наш сухой. Ну, я видела, что в России тоже такой продается. Дыня. И вот взяла вот такой вот, так как машинка другая, вот такой взяла этот порошок. Ну, это не порошок, это как называть? Это уже не порошок. Это уже моющее, стирающее средство. Я не знаю, хороший, нехороший, фиг его знает. Был с предложением, что-то евро на 2 подешевле. И вот такой вот тоже это... В какой магазин я ходила, угадайте. Вот там и взяла.
Вкусно пахнет, кстати. Очень вкусно пахнет. И будем надеяться, что долго будет держаться. Такой, знаете, не чтобы долго держался. Ну что ж за муха? Алди. Во, Алди. Дурак. Магазин забыла, какой ходил. Еще взяла вот такой вот чай. Ну, не чай, это травяной. Чай здесь с имбирем. И тут вообще, знаете, всего на свете есть. Здесь где-то вот читала. А вот. Значит, здесь нужно внимательно рассмотреть. У нас здесь... Голова понимает, а язык не говорит. Вот дерево, где апельсин, на чем апельсин растет. Листья апельсинового дерева и ноха. Фенхель, имбирь, реголис, не знаю, что такое, какой-то, и кожа этого апельсина. 1 килокалория. Девочки, ешьте, пейте чай. А вы от него точно похудеете. Пахнет как-то не очень, знаете. Я помню, у меня дед в чайник прям бросал. Знаете, какой не чай, а вот прям в чайник бросал. Зимой. Ветки малины, ветки черной смородины. Вот все ветки, какие у нас сады, в саду были. И знаете, мы когда апельсины чистили, он всегда апельсиновые шкурки сушил. Бля, вот это вот чай был. Другого слова у меня не нашлось. О, это кошмар какой-то, как вкусно было. Это трындец капец вообще. Я вот и по сейчас помню, уже сколько лет прошло, 20, наверное. Этот запах, боже, там вот. Вот это вот такого больше не найти. Вот одни ветки, представляете, накидал туда, и все. Я помню, дед тоже, он очень любил всякие чаи, прям в чайнике. У нас чайник такой, ну, как у всех был. Там он уже весь там в налете, там во всех этих чаях было. И вот, походу, воду мы, у нас семейная, что воду никто не пил. А вот именно вот эти вот чаи. Вот. Клубничка. Ну-ка, она хоть чем-нибудь пахнет. Вы знаете, я давно уже поняла, что... как вкусно пахнет. Что клубника зимой у нас намного вкуснее, чем летом. Не знаю почему, может быть, знаете, летом ее производят для продажи для всего мира. И что-нибудь туда суют, чтобы она быстрее-быстрее росла. Вот такая вот огромная. А вот чем меньше клубничка, тем она вкуснее. Это тоже я заметила. И вот зимой клубника намного вкуснее. Представляете? Ладно, хватит болтать. Муж куда-то свалил. Главное, машина внизу, а он куда-то свалил. Футбол, наверное, смотреть. Так что мы в гордом одиночестве. Ну, ничего страшного. Так, все это разложу. И ужинать буду. Клубничкой. Кстати, на клубнике, ягоды, нужно, вот, как говорится, ужинать ягодами самое оно. Потому что там очень мало килокалорий. И очень много всяких витамин. Лучше сожрать ягоды, чем какое-нибудь яблоко или фрукты. Например, в манго 60 килокалорий. Ой, боже, как она пахнет. Поэтому оно прекрасно сойдет за десерт. 60 это много. Например, в яблоко, по-моему, 38. А в дыне около 50. А самые калорийные фрукты – это банан, виноград. От винограда вообще, знаете, как прет. Поэтому вы его никогда не видите в моем рационе. Но это не потому, что он мне не нравится, это потому, что от него прет там один сахар. Значит, бананы, виноград и еще какой-то фрукт. Такой, не очень. Ой, а я, знаете, еще сейчас буду делать-то? Трындычать-то, я с вами трындычу. А мне нужно уже котлеты, фарш сделать. Я сейчас фарш забацаю. Знаете, какой фарш-то забацаю? Ой, мне половину выбросить надо. Значит, там у меня будет и лук, и сельдерей, и кабачок. В общем, половина куриного фарша, а половина всяких овощей туда напихаю. Что получится? Ну, я думаю, что вкусно получится. А почему нет-то? Кстати, я что-то думала, дыня есть, а дыни нету. Как вы думаете, кабачок, сельдерей, лук, чеснок туда запихаю,
мне кажется, будет вкусно. И все это замаринуется до завтра. И вот. И сделаю, знаете, так как, мне кажется, получится жидкое, будут у меня как рубленые такие котлетки, как оладушки. Мне кажется, получится очень вкусно. Сейчас посмотрим. Завтра посмотрим. Вот такой фаршик получился. Вы знаете, давным-давно это рубленное все. Фарш рубленый, все рубленное получилось. И овощи. Уже давно не добавляю в куриные котлеты ни муку, ни манку, а овсяные хлопья. Получается просто... Ну, естественно, вот эти вот быстрого приготовления. Получается, котлеты нежные, сочные. Потому что хлопья вот эти вот, они весь сок на себя берут. И потом будет вот так. Так что пробуйте. Правда, вкусно. Я вот себе тут ужин намыла. Чай. В общем, вот так буду ужинать. А это на завтра. Пахнет вкусно. Посмотрим, что получится. Мне еще надо супчик на завтра сварить. Вот этот мой. Ну, это завтра, естественно, все сделаю. Вот, а пока буду с вами прощаться. До завтра. Всего самого лучшего всем. Пока-пока.